Мария, Володя, поздравляем вас с прекрасным выступлением. Ребята, сегодня на сцене не только вы были вдвоем, а сегодня был квартет. То есть сегодня был рояль, и сегодня блистательно исполняла соло Виктория Мулова. Это известная скрипачка, легенда наша. Это был такой синтез любви, вот этой мелодии, такая это меланхолия. Совпало все, да. Это было потрясающе. Смотрела этот номер не впервые. Очень часто его исполняют в концертах, в галоконцертах. Всегда хотела сама станцевать этот номер. Пока не удалось. Посмотрим. Но когда смотрела ваше исполнение, какие-то другие совершенно нюансы открыла для себя. Вы столько внесли чего-то такого своего. Светлана, во-первых, огромное спасибо за такие теплые слова. Нам очень приятно. Хотя, честно говоря, нам было очень сложно представить, как вообще это будет работать. Как вообще можно заниматься, можно учить порядок по Зуму. Кристофер, я на самом деле думала, что он будет как-то более жестко с нами репетировать, более строго отслеживать какие-то детали своей хореографии, но он сказал, что уже много пар танцевали этот дуэт, и это должна быть особенная история. Рассказал нам историю, как первая пара танцевала. Это был уход со сцены знаменитого танцовщика, и это был такой прощальный номер для него, и он рассказал, что каждая пара должна найти свою историю. Вы нашли какую историю? Мы нашли свою историю. Я бы не хотел, честно говоря, рассказывать то, о чем, как мне кажется, я станцевал или Маша станцевала. Володь, ты знаешь, мне показалось, что вы нашли такую историю. Вот два артиста так сблизились во время этого проекта и перестали стесняться друг друга. И открылись наконец-то. Теперь пришло время услышать мнение жюри. Фарух, пожалуйста. Самое главное, что для меня всегда ценно, это состояние на сцене, тотальное растворение и в музыке, и в хореографии, и, соответственно, между друг другом. По-моему, вы создаете какие-то вещи, которые, возможно, потом мы будем долго вспоминать. Я вас поздравляю. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Фарух. Алексей. Номер очень известный, действительно, очень много великолепных танцовщиков его танцевали, очень музыкально поставлено, и вы прекрасно станцевали, было такое слияние с музыкой. У Володи драматургия выстроена более точно, более зримо, и это понятно, вы тоже непременно найдете более широкую палитру для исполнения этого номера. Надеюсь, вы будете его танцевать. Мария, мне очень мешали сегодня ваши резинки на мягких туфлях. Они очень выделялись. Посмотрите, какие у Володи. Они практически не отличаются от тела. Вот это меня очень отвлекало и от музыки, и от исполнения, поэтому надо за этим тоже следить. Спасибо. Спасибо. Денис, пожалуйста, твое мнение. Я до сих пор в трансе от вашего выступления. Мне немножко не хватило у Маши глаз, что ли, взгляда какого-то. Это не, даже не к тебе претензия, к твоему возрасту. Ты не в состоянии еще как бы окунуться во свой внутренний мир во время танца и забыть про то, что сидит зритель или жюри, и наслаждаться музыкой, даже не создавая свою историю, а просто послать все к черту и именно нырнуть в то, что происходит сейчас у тебя здесь, на данный момент. Я хотел тебя спросить, а вот что ты думаешь во время репетиции, когда вы проходили, когда прогоны были, во время сегодняшнего спектакля? Володя мне говорит, сейчас не рассказывай, но я хочу сказать... Шклеров такое... у нас шпион какой-то. Расскажи. Он просто опытный. Опытный, просто, да, опытный. Мне просто интересно, мне очень любопытно. На самом деле для меня вот это «После дождя» — это... Дождь может быть обычный, природный, да, вода с неба. А может быть, это можно использовать как метафору того, что вот произошла буря, произошел какой-то всплеск эмоций, всплеск каких-то событий. И вот после дождя это спокойствие, это гармония, но все равно в воздухе еще витают какие-то остатки прошедшего вот этого волнения. Для меня вы были под водой, и у вас это получилось. Я вас поздравляю. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Денис. Диана. Поговорим, да, о трансе, продолжим.
Ну, Кристофер Уилден — это одна из его лучших постановок. Это Уэнди Виллан, Тайлер Пэк, Ян Янтан, Александра Ферри, Мария Ковровски. Я всех их видела в этом номере. И, конечно, это дуэт для внутренне зрелого артиста. И дело не только в возрасте, а именно в зрелости чувствования музыки и жизни. Поэтому здесь очень важно, насколько артист понимает, что он вкладывает, как он вкладывает себя в эту музыку. И спасибо, Володя, потому что как раз-таки твое исполнение — это тот калибр, о котором я рассказала. А Марии надо просто продолжать. Спасибо. А теперь самые ответственные оценки для Марии Хоревой. И я хочу напомнить, что Владимир Шклеров в конкурсе принимает участие как партнер. Денис. Конечно же, 10. Фарух. Безусловно, абсолютно, тотальная 10. Спасибо. Диана. 9. И жалко, что Володя не участвует в этом конкурсе. Алексей. 10. Сумма баллов Марии Хоревой – 39. Спасибо. Мария, Владимир, спасибо вам большое. Проект завершается. Немного жалко, что мы не увидим ваших номеров в «Большом балете», но я уверен, что мы все увидим вас на сцене прекрасного Мариинского театра. Спасибо. Поздравляем вас. Спасибо. До встречи. До свидания. Понравилось, потому что вы исполнили это на одном дыхании. Я, собственно говоря, весь номер даже не дышала, смотрела. Молодцы. За этот проект мы, наверное, открыли друг в друге, наверное, какие-то новые интересные качества не только как артисты, но и как просто люди. Для меня останется вот этот вот объем работы, знаний и энергии, которую Володя мне передал. Ты берешь и идешь влево. И здесь нужна повествовательная нить. С Кристофером было очень интересно работать. Его энергетика передается независимо от того, где он находится. Мы просили рассказать о том, что после дождя, что имелось в виду. И он сказал, что вы это все сами поймете и услышите. Я думаю, самым сложным для них было танцевать именно мужчину и женщину. Быть настолько естественными, насколько это возможно. Тут у Володи большая нагрузка в этом номере. Медленные такие подъемы. Но это же счастье, это не нагрузка. Спасибо. Мне уже доводилось работать с Владимиром. Мне нравится, насколько он подвижен и энергичен. С Марией я работал в первый раз. Она очень сосредоточенная, кажется уверенной в себе и спокойной танцовщицей. Эти качества делают из них идеальную пару для этого дуэта. Это вот по поводу нашего выступления, я думаю. Нет, это просто девиз. Хотелось как лучше, а получилось идеально.